Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый набор блоков интерьерного покрытия. По цене только сегодня 6999 рублей. В следующем году цена уже будет дороже. Последний раз в уходящем году мы представляем по сниженной цене. Более 35 тысяч интерьеров преобразилось благодаря блоку интерьерного покрытия. Вы сейчас это видите. Это наши покупатели прислали свои фотографии нового интерьера до и после. Видите? И для ванной тоже подходит. Слушайте, плитка для ванной стоит очень дорого, но вы можете воспользоваться блоком интерьерного покрытия, и все за час будет готово. Алексей Мичурин более подробно нам расскажет, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, за плечами которого не один ремонт. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к вечной теме. Это ремонт в наших квартирах. Для кого-то он действительно остается вечным, потому что, как говорят, ремонт никогда не заканчивается. Но с нашими панелями вы справитесь легко. И Оля уже это демонстрирует. Самостоятельно снимает защитный слой бумаги и наклеивает на облезлую деревянную стену. Неровная. Посмотрите, деформированная, со щелями и дырами. Олечка, наклеивай. Все, наклеивай. Я клею. Покажи, как это делать легко. И сразу же переворачивать. Друзья, действительно, блоки уже имеют клеевой слой универсальный, который легко наклеивается на любую поверхность. Смотрите. Блоки имеют очень удобный формат, который хорошо стыкуется и не нужно подгонять, как мы это делаем с большими рулонными обоями. Кроме всего прочего, они обладают дополнительными изолирующими свойствами. Олечка, позволь, ты великолепно все сделала, ты большая, молодец. Я люблю, действительно, когда меня хвалят. Все получается. Но обратите внимание, друзья мои, что у нас в стене-то были не просто щели, а вот такие дыры, в которые, естественно, и влага проникает, и насекомые заползают, а зимой уходит тепло. Блоки изолируют все эти дыры, и тепло остается в вашем доме. Так, смотри, если мы выберем фактуру под плитку и будем использовать блок интерьерного покрытия в ванной, туда будет попадать влага. А, посмотрите, и в ванной, и на кухне при попадании влаги, либо каких-то частичек еды вы легко все это сотрете, поскольку верхний слой влага и грязи отталкивает. Материал, из которого сделан обои, вспененный ПВХ, он не боится никакой влаги. Только представьте, друзья, везде можно использовать блок интерьерного покрытия. Осталось только выбрать цвет. Может, белый цвет вам подойдет для ванны, золотой ретро. На балконе, ведь там тоже подойдет блок интерьерного покрытия. Перепадов температуры не боится. Альпийский дуб, очень интересная фактура под дерево в виде кирпича. Кирпичный, греческий мрамор, мраморный оттенок. Эффектно будет смотреться в вашей гостиной. Сумерки, для тех, кто любит стильный дизайн, такое вот модное направление. Тогда вот возьмите, может быть, еще и старый город. Еще есть кленовый сироп. Сироп, сейчас на ваших экранах. Лофт. Слушайте, лофт вы часто наблюдаете в наших студиях. Дизайнер предусмотрел этот момент и сделал стильный интерьер. Массив дуба, парижский туман. Все пока в наличии для вас, любимые телезрители. И не только. Коричневый мрамор. Здесь такая мраморная фактура, как будто бы натуральный мрамор, но очень мягкий, теплый, приятный на ощупь. Желто-белый цвет. Ой, это позитивный оттенок, который всегда будет заставлять вас улыбаться. Добавьте света в свой интерьер. Бежевый и белый римский кирпич. Целый комплект вы сегодня получаете по цене 6999 рублей. В комплекте 20 листов. Вот, смотрите, взяли на почте, пришли домой и сразу приступили к ремонту. Здесь, вот здесь в упаковке 10 квадратных метров с бесплатной доставкой в любой регион России. Вот смотрите, я вот в своей квартире сейчас уже доделываю ремонт. Ну, уже третью бригаду поменяли. И знаешь, вот, конечно, уже хочется переехать, потому что уже хочется прям сильно. Я больше своими руками все это сделала. А там вот такие бетонные стены. Ну, в том-то и дело. Надо выравнивать, нужно штукатурить. Ничего не нужно делать, поскольку клеевой слой на наших блоках, он универсальный, и он действительно приклеивается к любой поверхности, даже к моей руке. И стекло, и металл, и бетон, все подвластно этому клею. Обратная сторона, обратите внимание, фактурная. То есть мы здесь видим стилизацию под натуральный материал, в данном случае под кирпич. Это значит, ваша стена будет иметь не просто рисунок кирпича, а будет еще обладать дополнительной фактурой. Вот такой вот эстетический вид появится в любой вашей комнате. Ну и снова Оля своими женскими нежными ручками наклеивает на бетонную стену. Да от вас от мужиков, вы только умеете говорить, что я могу, я сделаю. Ну когда такие материалы, я думаю, это даже одно удовольствие доставляет мне.
смотреть на себя, как ты клеишь. Да, слушай, у нас вот у моей мамы, например, торцевая квартира, да, то есть за стеной у нее уже улица. Так. Раньше, по советское время, у нас висели ковры. И поэтому, когда мы ложились на кровать, стена была не такая холодная. Теперь ковры не в моде, все ковры убрали из нашего дома. И теперь стало очень холодно спать, особенно осенью, зимой, весной. Ну, я понял, о чем ты говоришь. Данные блоки, еще раз скажу, сделаны из вспененного ПВХ. То есть материал пористый и достаточно плотный. И он действительно обладает дополнительной теплозвукоизоляцией. Поэтому вы можете наклеить данные блоки на стену, уже не вешать никакие ковры. Ну и дальше, посмотрите, благодаря упругому материалу и достаточно пластичному вы легко оклеиваете даже сложные места, такие как углы. Слушай, если детки у вас бегают и бьются о стену, либо задевают за углы, то никаких травм они себе не нанесут. Кроме всего прочего, угол также не будет засаливаться и не будет портиться, если это проходное место. Да. И снова Оля демонстрирует виртуозность, легко наклеивая на стеновой блок. Идеально все стыкуется. Вы сами буквально за один час можете сделать ремонт. Помните, вот эти углы – это самая уязвимая зона. Лет 19 мне было, я делала ремонт в своей комнате, все в розовых тонах, до сих пор там в моей комнате, когда к маме приезжаю, прям наслаждаюсь этой розовистостью. Так вот, друзья, стыковка углов самая сложная, вы это знаете, вечно они сборят, Олечка, вечно ну они стыкуются. И в завершение давай я покажу сравнение. Это бумажные обои, а это наш блок интерьерного покрытия. Замачиваю. Что происходит с бумажными обоями? Естественно, они размокают и начинают вот так легко рваться. С нашим стеновым блоком ничего не происходит. Класс, он упругий, он прочный, и я даже могу снять защитный слой бумаги и наклеить его, потому что клеевой слой по-прежнему продолжает работать. Идеально, то есть можно помыть в случае необходимости. Вот смотрите, мы сейчас руками прям трогаем угол. Если в коридоре у вас, вот обратите внимание, обои грязные, вы же их помыть не можете. А если у вас будет блок интерьерного покрытия, с улицы приходим, разуваемся, брызги, да, взяли и протерли. Внимание, вам посылка. О, спасибо, не так должны ее получать. А вот так, она легкая. Наши женщины и сами могут забрать с почты. 6999 рублей. Завтра уже цена будет выше. В следующем году еще дороже. Успейте, сегодня последняя цена.